В этом месте модно все. От музыки, света и атмосферы в целом до моделей, гостей и непосредственно самих участников процесса, стилистов бьюти-шоу. Тенденции сегодняшнего дня таковы. Людей интересует не столько продукт моды, сколько процесс его создания. Поэтому такие события, как бьюти-шоу, сейчас популярны. Мы создали нечто новое. Мы сохранили стиль бьюти-шоу. Это своеобразная фриковость этого мероприятия. В отличие от прошлого бьюти-шоу, здесь нас мало на сцене. Мы не выступаем. Мы отдали роль модели. Сегодня мы хотим показать, что такое женщина и как ей быть очень круто. Как ей быть классно, как нужно быть свободной, будучи женщиной. Как бы далеко ни заходили фантазии бьюти-творцов, их задача – отразить тенденции наступающего сезона. Я считаю, что у нас несколько большая задача, чем просто быть визажистами или просто быть парикмахерами. Мы хотим поставить такую некую прививку вкуса девушкам Челябинска, чтобы они знали, что не нужно себя ограничивать в правилах, нужно их иногда нарушать и нужно творить. Одежду в показе представляли начинающие и именитые дизайнеры, а также бутики. Концептуально разные образы, но все представлены в актуально черно-белой гамме. Сегодня будет такой странный микс из моих трех коллекций. Здесь есть вещи из мужской коллекции, из новой, которую я покажу на Fashion Weekend. Потом здесь есть коллекция осенняя и летняя, самая первая коллекция. И, конечно же, это все супер-пупер образами, которые сделала Ира Жохова. В общем, это дарк принцессы. Черно-белая гамма была представлена. Мы все подбирали для того, чтобы прически смотрелись в выигрышном цвете. Мы все делали для того, чтобы создать общий концепт шоу. Пришла, чтобы почувствовать энергетику, получить заряд позитивных эмоций. Но мне, как парикмахеру, конечно, хочется какие-то техники новые посмотреть, стиль. Мне кажется, любая, каждая девушка должна посетить мастер-класс Ирины, чтобы взять пару советов у нее. Такие события у людей вызывают множество эмоций. Для одних это просто эстетическое удовольствие, а для других, возможно, даже и руководство к действию.